На самом деле, так люди и разводились в 40-е годы. Когда в Америке не было суда по бракоразводным делам, если хотел покончить с браком, просто говорил жене: «Детка, я пойду куплю пачку сигарет, скоро вернусь». И ты просто уходил с тем, что на тебе было надето. Тогда мужики были мужиками. А еще тогда не было интернета, так что ты мог уехать километров на 20 и начать новую жизнь.